Всем привет! Сегодня у нас тренировочка опять с молодой русской бегой-гончей. Так что Натасочка, посмотрим, погуляем немножко. Погода без снега, ветрено, дождь накрапывает. Но в любом случае нужно ее прогуливать. Нужно искать зверька, зайчишку и лисичку. Так, успокойся, давай принюхайся к лесу. Давай искать. Где он пошел? Где пошел? Искать. Профукали. Зайчишку-то профукали. Где он? Профукали. Ай-яй-яй. Ладно, пойдем по краю. Профукали. Ну что, видишь? Идет и возвращается. Идет, прихватывает. Ну что там, молоденький. Если на помощь кого, вот это да. Ничего. Зрячего видео повидела зайчика. Зрячего вообще молча сначала пошла. А потом уже след взяла и с лаем. Так, постоял на номере. Сейчас на лосе там человек собачку пустил. Проверим этот угол. Может что-то есть. Ай, молодец. Не нашел только ничего, да? Скажи, не было лося. Ну что, конец охоты. Ладно, закругляемся. Надо зерно отвезти, выгрузить на кормушку. Ну, сейчас зерно привез. Надо высыпать на эту предкормочную площадочку. Потому что кабанчики все скушали, кушают регулярно.